В селе Первомайское Малокарачаевского района прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню среднего профессионального образования и 80-летнему юбилею Механико-технологическому колледжу. Поздравили всех виновников торжества министра образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко и депутата Народного собрания республики. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Более 20 тысяч выпускников выпустил за 80 лет механико-технологический колледж в селе Первомайское Малокарачаевского района. Сегодня знаковое событие в жизни не только данного образовательного учреждения, но и в деятельности среднепрофессионального звена образования. Всех виновников торжества поздравила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Также она вручила подарочный сертификат руководителю колледжа Аслану Джатоеву и наградила почетными грамотами, подарками педагогов колледжа региона. Система среднего профессионального образования с момента зарождения прошла непростой путь. И на протяжении всего этого времени система обновлялась, совершенствовалась, модернизировалась. В Карачаево-Черкесской республике без преувеличения система СПО имеет стратегическое значение. От качественной подготовки кадров зависит состояние реального сектора экономики. И надо отметить, что за последнее время происходят большие изменения. Увеличивается количество бюджетных мест. Также за вклад в среднее профессиональное образование почетными грамотами от парламента республики наградили депутаты Алексей Ганшин и Адам Гучаев. В свою очередь, они также отметили, что качественная подготовка будущих кадров в производстве зависит от профессионализма и компетенции педагогов. Я от души хочу пожелать успехов колледжу. Вы даете базовые знания, которые после вашего колледжа могут идти спокойно в вузы учиться и в любые учебные заведения, потому что базовые знания основные вы получаете, наши студенты получают у вас. Но не только ваш колледж, вся система среднепрофессионального образования. Вот у вас представитель один Адам Хамзатович, заканчивал здесь колледж. Вот, я тоже заканчивал, и моя супруга, и мои две дочки заканчивали колледжи черкесские. В механико-технологическом колледже можно получить образование по таким профессиям, как автомеханик, повар, кондитер, технолог-конструктор, изготавливающий изделия легкой промышленности, юрист, экономист и IT-специалист. Для всех этих направлений в учебном заведении есть все условия, чему стали свидетелями представители разных учебных заведений среднего звена. Директор механико-технологического колледжа Аслан Джатой поблагодарил всех за поздравления и подчеркнул, что руководство СУЗа делает все необходимое для его развития. За 80-летнюю историю наш колледж прошел большой путь от Первомайской специальной школы мастеров сыроделия до одного из динамично развивающихся профессиональных образовательных организаций Карачаево-Черкесской республики. На сегодняшний день в колледже ведется обучение по самым востребованным специальностям экономики региона, а также по широкому спектру программ профессиональной подготовки. В настоящее время в колледже получают образование более 400 студентов по очной форме. Колледж является нашим вторым домом, где мы получаем качественное образование, отмечают студенты. И сегодня, в день почти векового юбилея, мы желаем ему дальнейшего развития и процветания, подытожили ребята. Праздник очень запоминающийся. Преподаватели обучают очень хорошо. Мне все нравится. Колледж дает очень хорошие знания, полезные, вот, и в будущем это пригодится. После для всех собравшихся был организован концерт с участием известных артистов республики. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.